Ребята, привет! Сегодня мы с вами слепим вот такую веселую обезьянку. Для этого мы возьмем коричневый, розовый, белый и черный пластилин. Сначала слепим голову. Возьмем немного розового пластилина, отрежем небольшой кусочек и скатаем шарик. Получившийся шарик нужно немного сплющить. Теперь возьмем еще небольшой кусочек розового пластилина, скатаем из него шарик немного меньше предыдущего, сделаем из него блинчик и отрежем от этого блинчика половинку. Это у нас будет передняя часть головы или мордочка обезьянки. Теперь сделаем заднюю часть. Для этого возьмем пластилин коричневого цвета. Вот так должно получиться. Теперь сделаем глаза для нашей обезьянки. Для этого мы возьмем белый пластилин и скатаем из него два маленьких шарика. Из черного пластилина сделаем зрачки для глаз. Глаза у нас готовы. Теперь возьмем розовый пластилин и сделаем из него два уха для нашей обезьянки. При помощи стейки сделаем обезьянке ротик. Мордочка у нас почти уже готова, осталось сделать только носик. Туловище обезьянки мы сделаем из пластилина коричневого цвета. Отрежем кусок немного больше головы и скатаем из него шарик. Вот такое у нас туловище получилось, немного похоже на яйцо. Соединим голову и туловище. Руки, ноги и хвост мы сделаем также из коричневого пластилина. Отрежем кусочек и скатаем из него длинную колбаску.
Таким же образом мы сделаем и хвост для нашей обезьянки. Руки, ноги и хвост у нас готовы, теперь прилепим их к туловищу. Пластилина розового цвета мы сделаем нашей обезьянке пальцы на руках и ногах. Для этого нужно сделать 4 шарика одинакового размера. Затем прилепим эти шарики к рукам и ногам. При помощи стеки сделаем пальцы. Чтобы нашей обезьянке было веселее, дадим ей в руки банан, который мы сделали из пластилина желтого цвета. Обезьянка у нас готова. Кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки. Также подписывайтесь на наш канал и вступайте в группу ВКонтакте. Желаю всем отличного настроения. Всем пока!